вас вообще ничего не должно смущать в родах. Самое главное – это ваш малыш. Всем привет! Я Ника Болзен. И сегодня я вам расскажу специальные упражнения, которые помогут правильно малышу стать в родовые пути, то есть макушечкой. Помогут быстрее сгладиться нашей шеечки. Помогут также вам обезболить схватки. Ну и самое главное, встретиться легко и мягко с малышом. Из предыдущего влога по дыханию мы уже знаем, что нам очень важно правильно дышать. Нам очень важно расслаблять носогубный треугольник, закрывать глазки. Важно, чтобы у нас шейный отдел также был свободный. И вот наше упражнение. Что мы можем делать? Конечно же, очень большой помощник – это фитбол. Фитбол я, конечно, рекомендую всегда брать на роды. Потому что, несмотря на то, что сейчас во многих роддомах есть фитбол, это врачи очень сильно приветствуют, потому что он реально помогает. Но может так получиться, что ваши роды будет роддом перезагружен, и вам просто не достанется фитбол. Поэтому лучше перестраховаться и приезжать со своим. И значит, первое и очень эффективное упражнение – это что? Это прыжки. Значит, мы просто прыгаем. Обращаю ваше внимание, что на твердой поверхности прыгать нельзя. А на фитболе это, наоборот, помогает малышу правильно найти положение и спуститься. То есть прыгаем. Второе упражнение. Это покачивание по часовой стрелке. Опять же, если вам удобно опору, то, пожалуйста, опирайтесь. Либо это стул, либо это подоконник, либо, если у вас партнерские роды, на мужа, либо на кровать. И то есть вот таким вот образом мы полностью забываем про все, все мысли у нас уходят. И мы вот таким вот образом, совмещая с дыханием, помогаем своему малышу. Потому что самое главное в родах – это не вы рожаете, не малыш сам рождается, а вы в тандеме. И самая главная задача наша, как мамы, это помочь малышу. Вот таким вот образом. И третье очень эффективное упражнение. Это какое? Это крест-накрест. Также тазом мы работаем на фитболе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И что таким образом? Таким образом мы совмещаем правильное дыхание. У нас одновременно отключается кора головного мозга. Активность ее снижается. И мы одновременно делаем правильные упражнения. Вот именно при таком комплексном подходе у нас весь процесс идет гладко, плавно, как по маслу. Ну и, конечно же, еще очень важен позитивный настрой, чтобы вы шли на роды без блоков и страхов. А эту информацию вы можете узнать на курсе онлайн, курсе «Рожу и останусь девочкой». И сейчас давайте закрепим наши знания. Значит, у нас пришла схватка, маточка работает, и мы помогаем малышу. И самое главное, вы должны себя чувствовать раскованно и свободно. Вас ничего не должно смущать. Поэтому, конечно же, заранее лучше позаботиться об атмосфере, о чувстве безопасности, которое напрямую зависит на наши роды. Если вам больше нравится дыхание свеча, делайте свечу.
Если вам легче вибродыхание, делайте вибродыхание. Если вам не нравится фитбол, ну вот никак вообще, пожалуйста, встаньте с фитбола и просто делайте покачивание тазом. Делайте покачивание тазом, если вам так легче. Вы полностью должны чувствовать свободу, должны чувствовать уверенность за вот свои действия. Потому что одно из главных правил, как говорит Аден Мишель, замечательный акушер-гинеколог, это правило 3Т. Теплота, темнота, тишина. И не забываем про чувство безопасности и защищенности. Именно вот эти все факторы напрямую зависят на выработку самого главного гормона в родах – окситоцина. Поэтому помните, дорогие, счастливое материнство начинается с подготовки к родам.